Приветствую всех, с вами Маркелов Борис, и сегодня мы поговорим о камере Logitech. Как она работает? Работает она идеально. Идеально для всего. Приветствую всех, с вами Маркелов Борис. Прибыла очередная подсылочка из Китая. Ну, я-то знаю, что там находится, а вам я вам сейчас покажу, что там пришло. Прибыла она вот в такой упаковочке. Пуперки, то есть все надежно, коробка целая. Вот такая вот камера Logitech C920E. В чем прикол? Прикол в том, что это самая качественная веб-камера, с которой можно вести все что угодно, даже записывать видео, потому что пишет она в HD качестве. Сейчас распакую, покажу. Вот такая супер-пупер навороченная камера, поверьте. Вот мне тяжеленькая, видите, крепление даже есть. Крепить ее можно куда угодно, на любое оборудование. Можете на свой телевизор прикрепить, можете еще на что-то. То есть обычный USB разъем. Инструкция на китайском, на английском. Ну, этого достаточно. Подписывайтесь на мой канал. Скоро будут стримы идти именно вот с этой экшн-камеры. То есть не экшн-камеры, а веб-камеры, которые я приобрел у наших друзей-китайцев. Ну и заодно расскажу, как она мне понравилась, не понравилась. Кстати, по ценовой категории такая же камера в России стоит на 1500 дороже. То есть она мне вышла где-то 3900, а в России вот такие камеры стоят под пятерочку. Вот так классненько камера вписалась в мой моноблок. По качеству можете посмотреть. Смотрите, качество, я считаю, что идеальное. И полно-полно настроек, которые вы можете выбрать. Причем камера имеет автофокус, она сама настраивается. Если кто-то желает купить классную веб-камеру для общения, для стримов, для вебинаров, рекомендую. На этом заканчиваю. Всем привет!